той страны. Откуда бомбы к нам летят? Чьи сыновья в корабли спешат? Спросите русских матерей, что шлют на смерть своих детей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Идут, чтоб братьев убивать и с града в землю поливать, чтоб ветеранов добивать, их внуков мучить и пытать, чтоб города уничтожать, а беженцев в Сибирь ссылать. И вы теперь понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Грузовисти ищут сыновей, на русской на земле своей. Украину оболгать, приказ дан форму понять, стрелять, сжигать, применить, бомбить. Во всем украинцев, во всем украинцев, во всем украинцев объединить. Умом Россию не понять, пришедшим русским помогать. Страдалец Крым, Луганск, Донецк, любви российской образец. Когда-то Гитлер так любил, и мир любви той не простил. Теперь уж все понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Ведь православная страна отравили сатана, чтоб от проблем народ отвлечь, решил пожар войны разжечь. По телевидению зовет убийц, преступников, поход синдромом злобы и войны. В России многие, в России многие, в России многие войны. Чтоб Украину защищать, идут мужчины воевать. Десятки, сотни полегли, чтоб дети мирно спать могли. Россия, матушка, очнись! Что ты творишь? Остановись! Верни на землю тишину, уйми проклятую! Thank you.
Ну, из меня вышел вроде из этого. Я вроде снайпером, сидел в 92-й бригаде, в 14-м году летом. Мы выходили из Алабайска. Я горжусь вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ну, я хочу добавить из своей стороны.